Если бы любая потребность удовлетворялась бы сразу, представление о реальности, возможно, никогда бы не возникло. Так когда-то сказал знаменитый немецко-американский психоаналитик Отто Фенихель. В среду, 16 ноября, Институту психологии и образования КФУ исполнилось 5 лет. За 3 дня до начала мероприятия студенческий совет института выпустил промо-ролик с анонсом предстоящего мероприятия. И на такой же яркой и неординарной волне продолжили свой день рождения. С самого начала дня ребята встречали всех вошедших в стены института импровизированным представлением, которое задало всем положительную волну. День рождения Института психологии и образования выдался по-настоящему динамичным и феерическим. Студенты порадовали зрителей своими творческими номерами. Изюминкой вечера стал легендарный номер «Мысли танцоров», который в этом году стал лауреатом Республиканской студенческой весны 2016. Номер стал приятным подарком не только старожилам института, но и приятным открытием для первокурсников, которым удалось увидеть его в этот день в первый раз. Завершением вечера стал большой праздничный торт, который все дружно задули и загадали желание. Диана Шилова, Универ Ньюс.